Катя. Привет! Привет! Сегодня с Катей мы будем играть в такой вот набор Play-Doh София Прекрасная. Тут ее зайчик-друг или кролик Clever. София, есть баночки с Play-Doh. Прекрасная, да. Ну и тут всякие показано, как ей можно играть. Давай, открываем. Давай, сейчас поможем Кате. Так, открываем и достаем Софию, кролика и баночки. Отлично. Открываем уже сразу? Смотрите, что нам надо здесь делать? Нам надо... А, у нас кролик без ушек, Кать. Ему надо ушки приделать. А смотрите, какое тесто клевое. Это не просто обычное Play-Doh, а оно так, с такими блестками внутри. Блестящие. Да, с блестяшками. Так, а желтое тоже с блестяшками, а ну? Открываем, смотрим. А ну? Ушки. Да, желтое тоже с блестяшками. Какого цвета будут ушки у кролика, Катя? Давай желтый. Желтый, желтый или фиолетовый? Тут на... фиолетовый. Фиолетовый. Что можно делать только желтым. Только желтым. Кать, ну, Катя хочет фиолетовым. Ну. Ушки не так делаются. Смотри, надо кролика поднять вверх. Подними вверх кролика. Вот так. И вот сюда ему поставить немножко теста. Насыпать много-много даже. Я бы сказала, не то, что немножко. Вот, ставим колбасу. На, ставь колбасу туда эту. Так. Отлично. И пальчиками эту, да? А теперь надо кролика... посадить вот сюда и прижать вниз. Нажимай на кролика. Помогает Катя делать ушки. Ух ты, ушки! Давай, прижимай пальчик. Прижимай. Еще больше вырезут. О, какие красивые ушки! Гламурные, такого пурпурного цвета у Клевера ушки. А он похож на барашка стал. Это у него не ушки, а рожки получается. Так может это не зайка, а барашек? Может, о, какой веселый. Катя, как барашек говорит, ты знаешь? Бэ. Так может это барашек и есть? Бэ. Не, он прыгает, смотри. Значит, это не барашек, это зайка. Зайка такой клевер. А как зайка делает? Прыг-скок, прыг-скок. Так. А ушки трясутся. Сейчас одно ухо уже отвалится. А теперь Софии нам делать надо, знаешь что? Нам надо сделать корону. А корона у нас, знаешь, где находится в Софии? Посмотри. Есть там корона? Да. А ну-ка, посмотрите, есть там корона? Есть. Вот сейчас мы сделаем вот здесь корону и цепим к Софии на голову. Так, вот Катя мне дала корону сделать. Сейчас посмотрим. Смотри, красиво? Давай. Сейчас мама ее сделает, почистит. И мы цепим Софии наверх. А ну-ка, смотри. Подходит корона? Одеваем? А ну-ка, давай оденем корону. Катя, давай, говори свой вердикт. Красиво? Покажи папе корону. Сейчас у Клевера уже ухо. Какая красивая корона. А ушки ее вообще замечательные. Так, а у нашей Софии получается... нету талисмана, бриллианта или кто, что это там у нее. Давай мы сделаем талисман. Идет София с Клевером на прогулке, гуляет и оп, обнаружила, что она потеряла талисман. Потеряла бриллиант. Надо сделать из пластилина, слепить ей бриллиант. Сделаем? Давай мне фиолетовый цвет. Давай фиолетовый цвет. Мама. Давай, да, молодец, отлично. Хороший кусочек как раз. Давай попробуем сделать талисман. Он у нас здесь тоже есть. Вот я вижу. Вот он есть, видишь? Да. Видите? Сейчас мы его почистим. Посмотрим Софии на платье. А ну-ка давай. Давай, София, мы ей прицепим красоту. И она уже будет практически в своем полном одеянии. Вот он, смотри, какая красота, видишь? Мы сделали Софии уже практически полный комплект.
А то она, Маша, растеряешь и все потеряла. Представляешь, все украшения и все стразы. На прогулку пошла с клевером. Все, села себе в какую-то там сидушку и сидит. А клевер себе селся на свою сидушку. Вот так вот. И сидят себе порознью. И они думают. Что, поругались или что? Шли и поругались. А просто, видимо, клевер не сделал замечание. София, как это так? Ты все свои аксессуары потеряла. Кате придется их сейчас чинить. Вышла на улицу, да. А платье не в порядке у тебя. Будем... О, ухо отвалилось. А ну, покажу этого чудика. У нас, как олени там рога сбрасывают иногда, а у нас клевер иногда сбрасывает уши. Будет одноухий такой. Мы сейчас его приделаем, Катя. Ухо. Да. Ну, давайте, может, закончим уже с этим. А пускай он будет... А, мама починит? Вот мама починила. Будет. О, отлично. Можно давай ему бантик еще прицепим, Катя. И будет такой клевер-девочка. Девочка по имени Клевер. Смотри, Катя, какой бантик. Мы сейчас ему сюда... Оп, и получится такой себе Hello Kitty. Это как в том анекдоте. Девочка, девочка, как у тебя бантик держится? На гвоздике. Как прибили, так и держится. Так, у нас наша София. Что-то у меня еще какие-то... Еще какой-то вот бриллиант не хватает. Аксессуар. И здесь бриллиант тоже какой-то, тоже его не хватает. Надо сделать. Катя. Да. А еще, Катя, ты знаешь, кого не хватает Софии? Друзей ее. У нее кто есть в друзьях еще? Белочка, Орешек, помнишь? А вот кто? И птичка Робин или Рубин, точно не помню. А есть две птички, там Робин и еще одна, я не помню, Мия, по-моему. Да, ну в общем, это какая-то одна из птичек, София. Да, ну вот. Что, Катя, что мы делаем? Птичка. О, а ну покажи. Катя все уже вот сделала. Вот уже Катя сделала птичку, там можно, можно увидеть там тоже птичку. Сейчас почистим птичку. Оканчик. Итак, мы почистили Робина, которого Катя сама сделала. И вот такой вот у нас получился Робин красивый. Видите какой? Ух тышка, какая птичка прикольная. А вот, смотри, Макс. Давайте мы ему сделаем. Видишь, какая птичка? Такую подставочку. Да. Подставочку для Робина. Знаете, вот как попугаи сидят на таком вот, как колонне. Вот так мы сделаем и Робина. Так, вот подставочка. И вот сюда мы вцепим нашу птичку, третьего друга нашей Софии. Да, Катя все режет. Очень красиво, Катя, получается. Просто фантастика. Ну что, нам Софии осталось еще украсить платье и сделать кого, Катя? Белочку, Орешек. Будем делать белочку? Да. Давай, мы возьмем желтое тесто. Желтое тесто, да, Катя? Отрезай кусочек желтого теста. Так, берем тесто. Тестика. Сыр, да, получился как кусочек сыра. Так, сделаем, знаете кого? Мы делаем сейчас друга Софии по имени Орешек. Белочка Орешек. Ой, какая красота получается. Смотрите, мы сейчас почистим его. И покажем уже чищенного орешка. Орешек. Итак, Катерина, можешь показать папе нашего орешка? А ну покажи-ка. Вот такой красивый. Орешек. Ух ты, ешка, какой орешек. Классный. Там даже и ушки видно, и лапки. Вот он какой орешек. Давай, может, ему тоже сделаем подставочку мы такую? Мы ему пенечек делаем. Вот смотрите, какой. Вот а тоже пенечек. Блестит. Вот если крутить так интересно, вот я его вращаю, а он блестит. Вот такой вот мы пенечек приготовили для нашего орешка. Давай, садить мы, его. Мы его сейчас посадим, да, Катя? Так, орешек, поднимайся. Хватит лентяйничать, лежать. Быстренько. Давай. Оп! И сел на пенек. И съел пирожок. Съел. Ой, какие у нас друзья красивые у Софии, видите? Фантастика. Так, Катерина. Теперь нам надо желтого теста делать аксессуары для Софии. Вот здесь. Смотри, нажимай. Получилось? Давай мама почистит и вцепим Софии аксессуар. Получилось? Вот, смотрите, какая красота получилась. Сейчас мама почистит. Так, вот я и почистила уже.
такое вот украшение на платье, и мы сейчас его прицепим. А у Кати, смотрите, какой снеговик получается уже, разноцветный. Так. Сейчас он поплакал. Тортик получился. Это чтобы они кушали, Клевер с Софией? Да, это Катя готовит, видимо, им фуршет. После того, как они уже приоденутся все, нарядятся. Вот смотрите, папа, можешь показать. Красотища. Очень красиво. Так, и остается у нас один аксессуар на платье сзади. Сделаем его какого цвета? Желтого или фиолетового? Желтого. Желтого? Давай мне кусочек желтого теста. Желтого. На столе стоит. Так, спасибо. Ну что, нам осталось сделать вот такой вот цветочек. Кай, прижимай, сама ложи. Давай, возьми тесто, на. Пусть падает. Возьми тесто и прижми вот здесь аксессуар, еще сделаем последним цветочек. И нажми вот сюда, Катя, нажимай. Очень хорошо. Мы сейчас почистим то, что получилось. И вцепим уже на платье. И будет у нас вся София собрана на бал. Друзья. Друзья Софии тоже там стоят, бездельничают. Красота получилась. И Клевер, и София. А там кто есть? Ксения. Птичка и Белочка, да? Ксения. Катя приготовила для птички и Белочки угощение. Видите, на тарелочке стоит. Там орешек, наверное. Моя. Да, красота. Ксения. София. Красота. Ну, умничка, молодец. Подписывайтесь на канал. И ставь лайк. Всем пока. Всем пока. Молодец.